Всем привет! Собираю такой шкаф, купе. И самое сложное, что здесь, это разметить, куда прикреплять вот эти вот направляющие. Потому как с завода меток нету никаких. Кто-то их ставит в это отделение, кто-то вот в это пониже. И думать. В общем, есть два ящика. Собрал ящики. Ну, вот такие вот ящики. Тут у меня фасад заподлицо. Если бы он был немножко ниже дна, вот эту направляющую можно было сразу ставить по дну. Есть еще ставят по центру. Ну, как-то у меня тут фасад ровно с дном. Я сантиметр отступил, тупо отступил сантиметр и прикрутил эту направляющую. И вот здесь я взял два ящика, примерно притулил их, примерно, как они должны быть. Рулетки нету, где-то потерялась. Уголка нету. Вот у меня такая штука. Картонка вместо уголка. Что получается? Вот эти метки мои. Вот одна метка. Вот уголок такой. Я ставлю уголок такой. Одна метка и вторая метка. И точно так же здесь. Одна, вторая. И с той стороны точно так же. И потом чертишь линию. И как раз по центру этой линии закручиваем саморезы. Ну вот, вот обычная штука. Вот она используется как уголок. Видите? ДВП-шка обычная. И все разметилось. И сейчас мне интересно, как же эти ящики станут. Так, вот это у меня нижний. Ну и по глубине их надо ставить, как раз, чтобы поместился фасад ящика. Это фабрика Феникс делает вот такие вот шкафы. Ну, вроде ровно. Смотрите, сейчас второй еще. При помощи ДВП-шки обычной. Вот так получилось. Все вроде нормально. Даже примерно одинаковое расстояние между ящиками, и полками. Тут все четко.
Что теперь? Заднюю стенку обязательно диагонали померить. И потом ставить фасады. С один фасад, а на второй. И все. Да, еще вот эта полка дополнительная была. По умолчанию, по комплектации. Ее нету. Так же самое, как и ящиков нету. Это дополнительные как бы услуги. Вот это одна полка. Дополнительная комплектация. И два ящика. Что я мерил, мерил, как конформаты где бы засверливать. Потом психанул, короче. На уголки ее поставил, да и все.